исполним. Хотим еще одну песню Булата Шаровича спеть. Она называется «На фоне Пушкина снимается семейство». Что это означает? Вот стоит памятник Пушкину. На это чуть ли не в каждом городе нашей страны. Нет, есть речь памятник. Идет о памятнике на Тверской. Ну да, я хотела сказать, что... А вот в Москве есть конкретно такое место, где старый такой всем известный памятник Александру Сергеевичу Пушкину. И вот представьте себе, что люди туда приходят и приходят и приходят, и каждый, кто соприкасается с Пушкиным, он становится как-то светлее, чище, да? У него мысли высокие какие. Вот немножко об этом эта песня. А еще о том, что семья – это самое главное. И на этой фотографии, когда любят сниматься на фоне Пушкина, вот остается память о семье, о друзьях. Вот еще об этом. А еще я просто хочу вам подсказать, вот видите, четыре человека, и сейчас вы услышите целое хоровое пение. То есть сейчас прям вот такое немножечко, опять же, другое исполнение. Пушкина и птичка вылетает.